20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В преддверии Нового года, помимо корпоративов и утренников, все чаще устраивают дружеские вечеринки, приемы и коктейли, где можно пообщаться с приятными людьми, узнать о бьюти-новинках, а также тенденциях новогоднего декора и подарках. Такие события старается не пропускать и съемочная группа Beauty Time. Стильно, изысканно, роскошно и познавательно. Бьюти-коктейль в имидж-студии – событие красивое во всех отношениях. Это возможность приятно провести время в преддверии главного праздника года. Все живое притягивает живое. И вот эта атмосферность, она притягивается. Это же феромоны, общение, счастье. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить, обязательно делать и встречаться. Подготовка, она же интереснее, чем само празднование, поэтому мы вот всей командой имидж-студии полюбили такие вечера. Вот это такая суета, когда ты заедешь в одно место, в другое, там, в любимое ателье или в любимый салон. И клиенты, на самом деле, мы очень ценим эти моменты, когда мы проводим его вместе. Суета всегда предновогодняя, особенно приятная, когда какие-то открытия, праздники у твоих близких друзей, у твоих партнеров, коллег. Ну, Лена Николаевна, просто Лена, это у нас вообще, я считаю, что богиня красоты, искусства. Поэтому, когда что-то здесь происходит, конечно, приехала ее поздравить, поддержать. Елена Иванова нас приучила пользоваться всем самым лучшим. И нам доставляют удовольствие пользоваться самыми блестящими, самыми роскошными подарками и бывать в самых замечательных местах, встречаться с нашими дорогими друзьями. Особенностью этой встречи стала возможность познакомиться не только с бьюти-новинками сезона, но и с селективными ароматами. Некоторые из них впервые представлены в Челябинске. Дело в том, что мы с Леной достаточно давно знакомы, и эта идея общая возникла, эту роскошь, эффективные ароматы, сочетать с красотой, которую дает Лена. Новый год – это, пожалуй, единственный праздник с большим количеством пре-пати и афте-пати. И программа «Минимум» на этот волшебный период – получить максимум удовольствия от общения с близкими, родными и просто давними знакомыми, приятными людьми. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Красота – понятие безграничное. И, похоже, именно по этой причине люди, которые профессионально занимаются дизайном интерьеров, порой не в силах сдерживать свои творческие порывы, особенно те, которые не входят в рамки дизайн-проектов и их реализации. Дизайнеры очень творческие люди, поэтому я считаю, что вот сегодняшний конкурс, он к ним очень близок, потому что есть возможность показать себя, раскрепоститься, самовыразиться. Поэтому, мне кажется, это сегодня прекрасный вечер для них. Люблю петь, всегда пою, в караоке редко бываю, но дома всегда пою. Я очень люблю петь, поэтому решил принять участие. Это не просто корпоратив с выступлением друзей и коллег. «Розовый лед», а именно так озаглавили идею, это конкурс видеоклипов и живых вокальных номеров. Конкурс с денежными призами и компетентным жюри. В одном месте собрать всех самых замечательных дизайнеров, это уже идея хорошая. Пора самим уже браться за песню, потому что дизайнер, он не только делает дизайн дома и прочее, прочее. Он и песни украшает по-дизайнерски, по-своему. Поэтому мне стало интересно, а как они смогут преобразить эту песню? Это расширяет круг знакомств, круг интересов. И ты в себе всегда открываешь что-то новое, какие-то новые способности, возможности.
Цыганская песня, рэп, классический рок и музыка кино. Диапазон дизайнерских интересов сравним с ассортиментом салона обоев. Что касается мастерства перевоплощения, и здесь не придерешься. Мне кажется, до сих пор даже не вжился в образ до конца полностью, но старался как мог. Достаточно времени хотя бы было такое ограниченное количество, но старались. Все придумывали на ходу, буквально за 1-2 дня. Костюм вообще вот прям буквально родился сегодня днем. Заряжаешься, пока готовишься к выступлению, потом заряжаешься, когда выступаешь. Ну и вот это намного... Я считаю, что каждый человек сам себе делает праздник. Победа в конкурсе, конечно же, важна, но она ничто в сравнении с творческим удовлетворением и зрительским восторгом. В этот вечер коллеги, которые давно знакомы, узнали друг друга в новом качестве. Ну или, по крайней мере, лишний раз убедились в том, что талантливый человек талантлив во всем. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Для того, чтобы оставаться молодым, здоровым, ухоженным и подтянутым, совсем не обязательно тратить много времени и испытывать боль и дискомфорт. Инновации в эстетической медицине позволяют добиваться всего довольно быстро, практически безболезненно и без реабилитационного периода. Одну из методик представляют наши эксперты. Несмотря на популярность пластических операций, большинство пациентов старается прибегать к хирургии в последнюю очередь. Тем более, что инновации в косметологии обеспечивают профилактику старения. Сегодня речь пойдет об инновационной методике безоперационной подтяжки лица. Вот в чем она заключается? Она заключается в том, что высоко сфокусированный ультразвук проникает на глубину смаз-системы, это поверхностный мышечно-апоневротический слой, и там проводит микрокоагуляцию, за счет чего стимулируется выработка собственного эластина и коллагена и вызывает хороший лифтинг лица, подтяжку, уменьшение носогубных морщин, как раз то, что вам не нравится. Инновационный аппарат позволяет контролировать степень воздействия, работая в определенных слоях кожи. Высоко сфокусированный ультразвук позволяет коагулировать участки на заданной нами глубине. На аппарате есть визуализация, и мы точно видим, в каком слое мы находимся. Опять же, в слое смаз, либо в собственной дерме, либо в поверхностных слоях. Аппарат не вызывает нагрева тканей периферического, поэтому вы можете не опасаться за возникновение каких-то внутренних рубцов и каких-то изменений кожи, которые были бы нам нежелательны. И также аппарат сделан таким образом, что предотвращает возможные осложнения. Различные виды специальных насадок, манипул, позволяют работать с веками и контуром лица, а также воздействовать на жировые ткани, моделируя как овал лица, так и проблемные участки тела. Процедура очень похожа на хирургическую подтяжку, но совсем без реабилитационного периода, а эффект будет сравним с хирургической подтяжкой, потому что мы как раз будем работать на том слое, который был доступен раньше только пластическим хирургам. Это поверхностный мышечно-апоневротический слой. В
ощущение тепла и небольшого жжения вы можете чувствовать. После процедуры может наблюдаться некоторая отечность небольшая и небольшое покраснение, которые в течение суток уже пройдут. И некоторая болезненность лица может сохраниться в течение 2-3 недель. Но в покое вас беспокоить не будут, и окружающие не будут замечать, что вы провели какую-то процедуру, можете спокойно ходить на работу, быть социально активны. Чуть-чуть покалывает, чуть-чуть жжет, но это на самом деле все очень не больно. И будем ждать эффекта через 2 месяца. Процедура проводится однократно, эффект проявляется в течение нескольких месяцев. А сразу после проведения необходимо соблюдать рекомендации врача. После процедуры не рекомендуется делать массажи лица, не рекомендуется посещать сауны, солярии, активные занятия спортом с отягощением. Легкая физическая нагрузка не возбраняется, но желательно в первые несколько дней все-таки ограничить нагрузку физическую. И через недельку-полторы вы уже сможете приступать к обычному образу жизни. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Самые модные вечеринки планеты очень часто проходят в местах, не связанных с модой напрямую. Но это только на первый взгляд. Совершенство линий, сочетание фактур, сложные оттенки – это может относиться не только к шедеврам знаменитых кутюрье, но и к произведениям автопрома. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Все лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти пары матриц. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Показ коллекции первых линий известных дизайнеров дополнил впечатление о стильной элегантности, а идею драйва воплотила диджей Эва, резидент столичного Симачев-бара. Она специально прилетела на нашу вечеринку, чтобы, так сказать, поддержать стилистику этого вечера. Организовала эту презентацию за 4 дня. То есть нам предложили, то есть это роскошно, посмотрите, сколько народу, это такой автомобиль, тут такое помещение, на самом деле это роскошный подиум, то есть тут только делать показы и делать. Это мне кажется, только Мария может, потому что это презентация, которую многие готовятся по 2-3 месяца. Здорово, все нравится, все отлично. И организация прекрасная, прекрасно сделана. У Марии всегда хорошие вечеринки. В наши дни автомобиль уже не просто средство передвижения. Это и воплощение стиля жизни, и отражение внутреннего «я». Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. «Камзол» – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», 2 этаж. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23.
При всей доступности модной одежды мода по-прежнему недосягаема. А все потому, что тенденции меняются слишком быстро. Начинаешь вникать в тонкости, теряешь время. К счастью, есть стилисты, которые помогают во всем разобраться. Мода, она не просто все время меняется, она постоянно заставляет нас преодолевать стереотипы, отказываться от того, к чему мы, казалось бы, только что привыкли. Но делать это просто необходимо, только так можно оставаться современным, интересным и конкурентоспособным. А разобраться с модными трендами, со всеми возможными дисгармониями и провокациями, найти индивидуальное решение всегда помогут специалисты. Можно попробовать сыграть на разности в фактурах ткани или принтов. Например, клетка с клеткой, они могут быть одинаковые в тональности, но, возможно, разные по размеру. Или при одинаковом же цвете ткани у нас может быть совершенно разная фактура верха и низа. Несколько сезонов назад элементы спорта в деловом и вечернем гардеробе считались ультрамодными. Сегодня лампасы, молнии и кулиски не ассоциируются только лишь со спортом. Брюки с лампасами очень хорошо вписываются в самый обычный классический повседневный гардероб. У нас всегда есть на помощь белая рубашка, есть футболки и жакеты, которые очень интересно соединяются с брюками. Спортивная тема, она с нами надолго, и поэтому уже в разных сферах жизни и в разных коллекциях вы можете это видеть довольно часто. Смело используйте ваши повседневные тоже гардеробы. Это придаст и легкости какой-то, и современности. Еще одна примета сегодняшней моды – это спортивная обувь, которая также сочетается буквально со всем, в том числе и с платьями. Следует платье выбрать все-таки какое-то лаконичное. И тогда, в общем-то, любую обувь вы сможете вписывать и менять настроение вашего образа. Мерить, смотреть, пробовать, экспериментировать, а главное, ничего не отрицать. Только так можно разобраться в тенденциях моды. Кстати, дизайнеры, маркетологи и стилисты давно не делят коллекции на молодежные и для зрелых людей, предлагая формировать свой гардероб, исходя из образа жизни и индивидуальных предпочтений. Все сюжеты Beauty Time, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта. Модный дом Я, студию макияжа Френды, имидж-студию Елены Ивановой.